Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и сегодня я отвечаю на вопрос новичка, какие же подарки положены драгоценным директорам. Ну, во-первых, такой подарок есть как поездка за счет компании в разные страны мира ежегодно на 10 дней. Это с уровня подтвержденного золотого директора. Каждый год мы с вами будем ездить. И это не один подарок. Квалификационные бонусы я тоже считаю подарками. Давайте с вами посмотрим раздел «Отчеты». Раздел «Отчеты». И в этом разделе мы с вами распечатаем лицевой счет консультанта. Посмотрим еще тут. Значит, я нажимаю «Посмотреть». Распечаточка, когда прогружается, вот тут написан мой лицевой счет консультанта. Вот, пожалуйста, посмотрите. Значит, получается, что звание директора мы открыли, если вот тут считать, ой, извините, если считать дату с даты регистрации, то за 5 месяцев работы старшего директора, это 5000 баллов уже по структуре, мы открыли за полгода. Далее вот мы открыли золотого, и вот когда мы подтвердили уровень золотого, да, вот мы подтвердили все, мы уже квалифицировались именно на эту вот поездку. Также за то, что мы открыли и подтвердили это звание, каждый раз мне перечислялись помимо ежекаталожных выплат такие вот квалификационные бонусы. То есть я получила бонус за простого директора, за старшего директора. Тут серебро и золото вместе. Это за рубинового директора, это за бриллиантового директора. Это за элитного директора, это за национального директора, это за старшего национального директора. Значит, сейчас, на данный момент, в нашей команде уже, вот такое вот звание, да, старший национальный. Мы подтверждали, открыли международного, но в связи с недельным каталогом мы немножечко подупали, но сейчас мы идем на старшего международного, очень-очень его ждем. Также мы получаем бонус стабильности, да, пусть немножечко, но, как вы видите, тоже приятные такие бонусы, да. Так, далее, вот, значит, у нас 16 директоров в первом уровне, в глубину же у нас 50, значит, групповой оборот 247 тысяч, как вы видите. И вот таким вот образом, помимо выплат, мы еще ездим каждый год вместе с мужем вдвоем, бесплатно. То есть, если вы желаете ездить вместе с мужем вдвоем, то вам нужно обоим открыть по званию золотого директора, его подтвердить. Или вам нужно объединить ваши номера, стать рубиновыми директорами и выполнять квалификацию двойную, да, то есть подтвердить звание рубина. Далее, о чем мы с вами поговорим, это то, что это не все подарки, которые положены директорам. Директоров компания тоже очень-очень балует, и, конечно же, статус директорства – это не только квалификационные бонусы, это не только поездки, но еще и нам доступны все акции, которые могут только быть доступны, да, кроме стартовой программы, потому что мы ее уже прошли. Во-первых, акции каталога. Вот, смотрите внимательно, это акция по бонусу, твой бонус, да, то есть активационные карточки 50, 40, 60%, 50%, и вот мне выпал подарочек за рубль. То есть вот он, наш первый подарок. Когда мы на него нажимаем, то есть это акция по бонусу, да, то мы можем с вами выбрать любой дезодорант из любой серии за 1 рубль. Да, то есть я люблю Lotus, я его выберу, заберу за 1 рубль, почему бы не забрать подарки. То есть также я могу забирать любые скидки, как вы видите, да, по программе «Твой бонус». Далее, что у нас идет, это мне доступны все бонусы за покупочку, какие бы я ни хотела, да, вот этот же платок, зубная паста, объемная тушь и так далее. То есть я могу забирать столько, сколько я хочу, сколько мне положено, да. Далее закроем первый раздел и посмотрим второй раздел. Это акции консультанта.
В разделе акций консультанта, как вы знаете, у нас с вами идет и стартовая программа, и программа VIP по итогам какого-либо каталога. А вот сейчас я смотрю на программу VIP по итогам 6-го каталога, то есть прошедшего, да, и я могу забрать любые, допустим, два средства со скидкой 70% от красной цены. То есть, смотрите, я забираю за 222 рубля две сыворотки. Можете посмотреть, сколько эта сыворотка на самом деле в каталоге стоит. Давайте с вами посмотрим. Нажмем на лупу, вставим этот артикул и посмотрим, сколько она стоит на самом деле. Вот, обратите внимание, она стоит 592 рубля. Я ее заказала за 222. Вот так вот мы, да, директора, мы экономим. Поэтому директорами быть в статусе VIP-консультанта очень даже выгодно. Далее, что мы с вами посмотрим в программе по итогам 6-й кампании, то есть я VIP 4-го уровня, у меня более 18 каталогов подряд были, как даже сказать, сделано 100 баллов, да, подряд более 18 каталогов. Вот как видите, я VIP 31, то есть 31 каталог подряд я уже делаю по 100 баллов, не пропускаю. И смотрим, то есть я могу сейчас выбрать два продукта 70% скидкой. Я могу выбрать каталоги следующего периода, допустим, номер 8, всего за 20 рублей одна штучка. Также я могу выбрать 10 пробников по парфюмерии мужская, женская, 10 пробников по косметике для дома, также 10 пробников помад, 10 пробников, да, кремов и любые 10 пробников питательных шампуней и так далее. Да? То есть, смотрите, обратите внимание, сколько много привилегий. Да? Далее, о чем мы с вами поедем смотреть, какие привилегии есть. Это в акциях консультанта стартовую программу я прошла. Акции распродаж – это внутренние распродажи. Нам они тоже доступны, да, то есть мы можем… Распродажи бывают разные. И одежды, и все. Самое главное – почаще заходить в раздел промо-акции и наблюдать, что же там есть. Вспомогательные акции – это каталоги. Какие бы я каталоги ни захотела, я могу тут вот их вот заказывать, да. И Фаберлик-клуб, да, то есть у директоров, да, и драгоценных, и простых тоже есть программа Фаберлик Клуб. И спасибо огромное дорогой компании, которая предоставляет нам такие вот возможности, такие вот подарочки, хотя мы на самом деле очень даже хорошо уже начинаем зарабатывать. То есть от 5 бонусов до 1680 бонусов. Недавно я заказала набор из трех полотенец плюс халат. Он был 1900, скорее всего, он в другом разделе, да. Вот, то есть на данный момент у меня 184 бонуса, и я могу прям 18, допустим, кусочков мыла за 10 бонусов забрать, да, или я могу какие-то мыло забрать, да, там для кухни, к примеру, еще что-то, то есть крема какие-то, да. Я могу выбирать подарки на выбор, или я могу ничего не выбирать, копить на что-то более дорогое, да, к примеру. Давайте посмотрим. Да, браслет Glory. Это флоранж у нас, да, вот такой вот красивый браслетик. Сейчас я в разделе за 110 бонусов, да, и вы можете видеть, какие классные подарки различные мы можем получать, да, 130 бонусов, это можно купить сережки, также мы можем брать маски, да, вот смотрите, какой выбор хороший, это все внутренние акции зарегистрированных консультантов, то есть неважно, директор, не директор, мы все равно эти подарки можем получать и можем выбирать.
Обычно на подарки я беру что-то дорогое или то, что мне нравится. Вот я на данный момент выберу концентрированное средство для мытья посуды и наш легендарный кислородный бальзам, который помогает и от ожогов, в котором содержится 20% нуафтема, и это идет как активная основа под любые крема. То есть он вот как раз вот это вот кислородный бальзам, он усиливает действие крема, делает нашу кожу моложе. Он может идти как и как вспомогательное средство, и как основной уход, и можно красную пупку малышей под памперсом помазать, и так далее, и так далее. То есть у него очень огромный спектр. И, конечно, даже летом вас укусил, к примеру, комар, вы помазали, у вас проходит зуд. То есть это вещь просто великолепная. Конечно же, я возьму парочку, да, 150 бонусов, да, то есть за 50 бонусов подарки нужно нажать «Выбрать» и потом нажать кнопочку «Обязательно применить изменения». Где она у нас? Потеряла. Нажимаю кнопочку «Применить изменения», и эти подарки мне попадают в корзину. Давайте поедем с вами дальше, посмотрим. Это еще не все, да, то есть это еще не все, и это очень-очень радует нас. Программу Фаберлик Клуб мы посмотрели. Я ее сверну также. У нас есть промо для VIP-консультантов. Мы можем приобрести новинки 8-го каталога 2017 года за 2 недели до начала продаж. Что это? Это у нас с вами в личном кабинете. Можно посмотреть про программу VIP. Когда вы делаете 100 баллов, то там очень много бывает привилегий. Я на данный момент VIP-стаж 31 мы с вами смотрели. И вот если мы пройдем по этой ссылочке, в нашем кабинете все очень удобно, мы с вами можем посмотреть различные привилегии. То есть компания под меня регистрирует людей, так как я уже более чем VIP-1, а с VIP-1 компания отдает людей за то, что вы делаете 100 баллов. Да, то есть вот смотрите, 70% скидка на один продукт. Так как у меня уже уровень 4, я более 18 периодов подряд делаю 100 баллов, то у меня уже привилегии всех уровней, и я уже беру 2 продукта по уровню 4 и за уровень 1, да, я беру 2 продукта. Поэтому вот очень жду серебро. Да, очень жду серебро, потому что мне очень бы хотелось уже иметь шикарный значок, да. Вот, VIP-привилегии мы с вами обсудили. Смотрим, что же я взяла. Как вы видите, в каталоге будут новые лаки, новые переводные наклейки, то есть я могу посмотреть их изображение. Будут новая запеченная пудра бронзер, что я очень люблю. Далее будет тушь для ресниц, тон черно-коричневый, мне интересно было, я заказала. Я заказала по VIP очень интересную штуку, как водостойкая тушь для ресниц у нас появится. И вот самое-самое, что я очень-очень рада, это карандаш для глаз, краски, нет, не этот. Вот она, это водостойкая подводка для глаз серии Stay On. Хочу сказать, что очень ее давно ждала, а ждала до такой степени долго, что вы даже не представляете. У меня уже все подводки водостойкие закончились, и уже было нечем подводиться. Поэтому я возьму еще такую же подводку именно для своей свекрови. И вот я вам очень советую именно артикул 5460. Эта подводка вам точно прослужит долго. И я очень благодарна компании за то, что они ее вернули. Также нажимаю «Выбрать», нажимаю «Применить изменения». Также я уже заказала каталог школьной одежды, школьной формы, 5 штучек. Очень хочется его показать своим близким, у кого есть детки-школьники. Вот. И также вот смотрите, товары по старой цене. Это тоже доступно только нам, только зарегистрированным. Давайте зайдем, посмотрим, что там бывает. Да, это футболка. Футболка XXXL, да, куртка утепленная для девочки, цвет светло-голубой. Очень, кстати, хорошенькая курточка. У меня такая есть, я бы ее взяла.
И куртка утепленная для девочки, цвет лиловый. Ну, это уже на осень, я думаю, Фаберлик новые выпустит. Далее. Выбор упаковки, то есть мы имеем с вами право заказать себе пакетики. Пакетики, кстати, биоразлагаемые, они не наносят вреда окружающей среде. Не, даже если вы заказываете пакетик Майку, то знайте, что вы не наносите вреда окружающей среде. Ну и давайте подведем итоги. Применить изменения неактивно. Смотрите, что же у меня получилось. Ну, во-первых, давайте посмотрим сумму заказа. 58 баллов на 5000 рублей. Я себе заказала набор для маникюра, педикюра. И обратите внимание, скидочка у меня 26%. Если вы делаете более 50 баллов, то ваша скидка увеличивается с 20 на 26%. Это бесплатный, ой, не бесплатный, а каталог по льготной цене. Значит, это все новинки по промо-акциям, которые я дождала. Водостойкая губная помада появилась у нас с вами. Да, то есть можем почитать, водостойкая ли она будет. Их убрали. Губная помада модельер цвета. По-моему, она не водостойкая. Угу. Ну, посмотрим. Посмотрим. Очень красиво смотрится. Ладно. Далее, значит, в накладной у нас с вами должны появиться подарочки. Вот, смотрим их. Кислородный бальзам за 0 рублей 2 штуки. Да, то есть мы с вами можем прямо вот копировать вот эти вот коды. И смотреть, да, в кабинете, сколько же это все стоит. Давайте. Вот, пожалуйста, 266 рублей. Это получается, я сэкономила более 500 рублей на очень хороший крем, который мне нужен всегда. И вот в подарок я еще выбрала концентрированное средство для мытья посуды с биоэнзимами, с ароматом яблок, тоже 147 рублей. Кстати, все наши средства экологически чистые, биоразлагаемые, не наносят вреда ни человеку, ни окружающей среде. И средства для мытья посуды идут в серии 0+. То есть мы с вами можем мыть бутылочки новорожденных деток. Вот, значит, это раз, ноль, да, далее смотрим. Так, это каталог, DD-спрей, да, промо, VIP-программа четвертой компании, я забыла забрать, да, то есть все акции, шаги по стартовой программе, еще что-то. Нас ждут три каталога, потом сгорают, если мы не забираем. То есть вот, пожалуйста, два DD-спрея, которые тоже стоят очень даже недешево, да, то есть 125 рублей, я их беру за... 7, за 56, да, как вы видите, это тоже программа VIP по итогам четвертой компании. Каталоги, потом дезодорант чистота лотоса, тоже за 1 рубль, это твой бонус акция, да, по промокодам. А потом я сэкономила много денег на кислородной концентрированной сыворотке для лица и молодости, да, и далее идут новинки по VIP. Кстати, у нас появился кислородный отбеливатель, что тоже здорово, что тоже классно. Новые цвета лаков и вот водостойкая подводка для глаз. Я очень ее ждала, с удовольствием буду пользоваться. И вот набор для маникюра. То есть, если мне все нравится, я утверждаю заказ и все. И, как вы видите, у нас получается три подарка в каталоге. Я получила, плюс я забрала четвертый подарок. Да, плюс я забрала четвертый подарок, да, то есть считать, если... И я считаю, что это здорово и классно. И директоров компании Faberlic очень даже балуют, и балуют всегда, и балуют великолепно. И компания Faberlic не выбирает, что если директор хорошо зарабатывает, то ему подарки не положены. Нет, при вас я сейчас только что 4 подарочка забрала. Вот. И самое, что интересное, когда нам говорят, что ой, вы много вкладываетесь, вы делаете большие заказы. Вы знаете, дорогие коллеги, я ни разу не тратила более чем 1/10 своих выплат на заказ.
Так и то, 1/10 моих выплат – это 40 тысяч рублей. И это было всего лишь один раз, когда мне понравилась серия, розовая серия от Валентины Юдашкиной. Я заказала все, потому что я хотела все. К сожалению, размеры мне не подошли. Я отправила на возврат, а тех размеров, которые бы мне могли подойти, уже не было. Их разобрали, хотя я по ВИПу имела право их схватить. Вот это, конечно, было здорово. Что-то мы оставили дочке, потому что то, что я заказывала на себя, подошло моей 16-летней дочке. Вот. И, конечно, мы строим бизнес семейный. Мы с мужем болеем за одно дело, что тоже подарок судьбы, что тоже очень приятно. Наша дочь Катерина, ей 16 лет, и она скоро станет тоже директором. Она старается, да, вот, и, конечно же, этот бизнес весь, он передается по наследству, то есть, какое бы крутое место на работе по найму, пусть вы хоть в «Газпроме» будете работать, пусть вы будете самым-самым, самой-самой верхней шишкой, да, как у меня говорит подружка, все равно после того, как, не дай бог, что-то с вами случится, вы ничего детям не передадите. А этот бизнес ваши дети могут вести и растить структуру дальше. Вот это тоже такой отличнейший подарок от компании. Это передача права, да, то есть передача своего бизнеса по наследству. Это просто здорово. То есть я думаю, что когда мне будет лет так 50, и я устану работать в компании Faberlic, да, если еще буду работать, не уйду на пассивный доход и так далее, то я в легкую могу передать свой бизнес одной из дочерей, и пусть они его ведут или вдвоем, или кто-то один, да, потому что старший уже, в принципе, директор. Практически, да. Ну вот, с вами была Комнова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Спасибо моему новичку за такой вопрос. И без нее я бы не догадалась снять это видео, и без нее я бы не догадалась даже бы подумать, сколько директора на самом деле получают, да, растет ваша структура, растут ваши выплаты, растут ваши бонусы и растут ваши привилегии вместе с вами. Ну что ж, до встречи в новых видео. Если вам было интересно это видео, конечно же, поставьте лайк и напишите мне какой-нибудь комментарий.